Добро пожаловать, Рыжков. Ты почему опоздал? Я? Не успел придумать? Нет, я... Садись на место. Я из булочной. Я тороплюсь очень. Я за мамой ухаживаю. Моя мама больная. Уже 3 года как с постели не встает. И папа в больнице. Он тоже в милиции работает. Его преступники ранили. Эй, ты что здесь делаешь? 990 006. 990 007. Здесь другой выход есть? 990 008. Ты что, оглох? 990 009. Я все слышу, не мешай. Хочу, чтобы милиционера собрали в милицию. Хочу мороженое. Хочу, чтобы все забыли про травму. Ничего не понимаю, я сейчас с ума сойду. Я тоже. Молодец! 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 Иди сюда. Быстрей. Отдай коробок. Это мой. Фиг тебе. Теперь ты никто. А я волшебник. И я могу превратить тебя в паука. Но пока я этого не сделаю. Где Мишка и Митька? Забудь о них, ты их больше никогда не увидишь. Теперь мы будем дружить втроем. Я, ты и балбес. А если не будешь, превращу в паука. Понял? Я великий волшебник, а ты, оказывается, вредина. Придется тебя наградить. Во-первых, я дарю тебе этот катер. Во-вторых, я отдам тебе твои спички. Завтра. Можешь делать, что хочешь. И к Мишке можно. А его завтра не будет. Их всех завтра не будет. А чтобы узнать, с чем закончилась эта невероятная история, прочитайте книгу Юрия Томина «Шел по городу волшебник».